Всех приветствую на игре King's Bounty Перекрестки миров. В конце прошлой части я закончил на битве. Я надеюсь, вы не в обиде, что я вам ее до конца не показал, потому что наподобие такого боя у нас уже было. Так вот, я закончил бой, получил новый уровень. Вот, и сейчас думаю, что я возьму. Очень хочется взять решение, так как на данный момент я в основном пользуюсь магией. Но мне срочно нужна медитация, так как восстановление маны глобальной карты не устраивает. Она очень медленно восстанавливается. Поэтому я постараюсь быстрее. Уровни мы сможем уже взять. Так как у нас остались руны силы, давайте возьмем. Да, мы маги, но так все равно нам нужно. Вообще в различных играх, в основном такие как стратегии, я обожаю играть за воинов, потому что ну, где атака влияет на силу воинов, потому что она более, как бы, я считаю, эффективна. Вот, но здесь магия, в принципе, учитывая, что здесь навыки есть два раза колдовать, то и магия может поспорить с силой. Ну и так как, в принципе, взяв мага, можно и найти артефакты, дающие атаку, ну и варианты тоже есть. Так что, в принципе, из мага тоже можно быть неплохого воина, плюс имея возможность два раза колдовать. Ладно, не об этом. Вот, собирался я, думал, что все, отправился. Нет, я получил уровень, еще подкупил бойцов, и теперь этот враг Урут стал просто сильным, и я думаю, без особых проблем. Сейчас посмотрим с особыми проблемами. Что-то он нам ничего не сказал. Да, вот этого я и боялся. Интеллект у него, конечно, интеллектуальный человек. Очень интеллектуальный. Тоже есть чем ответить. Всего одного вампира. Когда мне торопиться змеей, вампир уже походил. Порой я не понимаю. Некоторых бойцов там пишут.
там не погибли, как бы там, ну и убиваешь их, нечего делать, как вот у этого тоже. Равны по силе, а в итоге не так-то все и просто. Вот здесь, конечно, у него магия очень хорошая, поэтому получается. Ладно, давайте попробуем поискать счастье на другом острове. Порядку на лывете поплыли. Как же он выглядит, как на лывете? Так, какой-то... Ну, кто здесь? Мили Ик. А, че я ответил? Мили Ик, свои, клянусь своей бутылкой, ты наше место, вряд ли понимаешь, с кем разговариваешь. Пьян и хотел сказать, я прав. Да, я прав. Я там тебе ничего не видел, а ты еще раз держи, да, он уже никому не о чем говорить. Она завязала руками, я, между прочим, ходил по одной паре со Сроу Каракайца. Это Роу Каракайца. Роу Каракайца был славный пират, верный друг, даже когда я высаживал меня на беда, вышел, стал почему-то ровно 1300 посадки. Под парус чудес, когда мы сражаем против людей, ящи, и сюда был Дракен, сделал Дракен. Купали у зомби двухголовых коров. Как тут люди живут? Да, проклятый ров никуда не годится, пираты не совсем не те, что они. А, якорь мне, я думал, задница. Неужто новый ром оказался столь хорошим и зеленым кемпером, что это прекрасная вещь? Здесь вход мы на центре. Такие шутки прижи свой. Тих шут не хватит, что ли, не надо оружие. Хорошо, я просто подумал, может, ты захочешь. Поработать в моем заведении, что я пришел ром сказать. Есть серьезная работа, ну, серьезная работа? А как же, конечно, и есть, хоть всякий уважаю себя пират, хоть и бывший я, скажу так, в такое состояние уже был, собрался закопать клад. Ты знаешь, что у каждого пирата непременный склад, как собираешься. Вот. Отправился я на восточную часть острова, где спокойнее, едва я взял лопату в руку, как меня ограбили, какой-то много пусто и не буду, наверное. Странно, имя у него наоборот, хороший человек, оказался Бэтменом. Появился прямо из ниоткуда, забрал все, что мне было. При мне было, я даже писал хорошую награду. Ладно, возьмем все. Дальше что? Что это за пьян было? Это Хэнк, да, славный был пират, он слишком много люди дрон. Я все убил. Все для моих друзей лежит, песни по сумкам. Все нос, лень. Это факт, что мне показывает, что любые деньги стоят. На острове летует отряд вербовщиков Гемионом. Понимают пиратами, как служат разведи их Крайкин. Да как-то можно наймом назвать это судья, а? Наврут стрекорба, а потом засунуть в забытую всеми богами гарнизонную лону. Для кого хуже?
цену на продажу. Давайте. Yeah.
бывает вообще. Бить моего. На все попало. Я за все в ответе. Поэтому я ничего не боюсь. Давайте уже добейте этого урода. Так как разведен игру, значит, мы собеседование тебе не лгут, и на моем острове действительно объявился неизвестный наемник. Кто же ты таким ветром тебя занесло? Я Мелисса, спокойно хочу посетить все храмы Тианы. Хочешь говорить правду, хочешь, что я делал на свободного со храмов, у нас нет никаких, но есть много всяких личиц, которые могут использовать твою красивую личь, поэтому будь посредством местным сбродом. Между прочим, перед тобой правится алого ветра, мезотариана. Приятно познакомиться, красивого осознанства и название него. Ладно, хватит болтать, тут такой ламбде есть какая-то сделка. Мне нужен корабль. Нафиг не корабль, у меня есть корабль. Я подоскрываю Молотова, кроме с белым кракеном, даже не знаю, подруга. Есть у меня, конечно, какие-то проблемы, нужен человек, который поможет. Проблема с Гимеона, вообразившийся хозяином острова, Ричи Блит, Ахмед, а также Гектор Норб, трижды проклятый вербовщик, может справиться. Безжизненный своей убийцы, действующий от Микара Демиона, у него есть королевское разрешение на убийство пиратов. Действительно, по рукам. Вербовщик. Вербовщик короля Демиона уже давно обосновался здесь. Понимаешь, Эмили нашелся среди советников Демиона умник, который советовал нанимать на военную службу пиратов, но тебя Соловьева, ты прислал сюда мерзавца, который щедрыми послугами убеждает пиратов после закрытия. В этом плохого. В том-то и дело, что его сделать легко, а дальше что? Ребят на Вероне ожидают серой унылой жизни, они превращаются в надушных и безучастных слизней. Из нее стоны посланы вообще перенесительные слизни, но дальше что я делал, что будет. Ну ладно. Так. Стало ветер.
Ого! Подлоконника я даже не заметил. Куда тотем забрали злой, а он же такой хороший был. Доступно при 8 адреналина. Че у накопа до 10 и 20. Какой тотем убрали? Ой-ой-ой! Чё со змеёй ты стал, алё? Понятно. Слава богу, что я не стал своих бить. Пират что-то там потихоньку подкрадывается на него. Спина чувствует. Подлечимся, это хорошо. Да добейте его кто-нибудь. Например, мой дракон.
Горючие ядовитые зелья станут хорошим условием плюс 10% урона горением и отравлением. Ладно. Будет какой-то отряд с собой возить. Мана, как же ты меня удручаешь? Могу объехать. Ладно. Ну два глаза и мудрец. Thank you.
Ладно, встал. Всех так много, я даже не знаю, с кого начать. Чего так слабо 21 жизнь? Я думал, ты там тотем под тот жизнь лечишь, а ты... Вот оказался. Давай еще полечим. Первый уже боев мы видим. Да еб... Ну, слава богу, змея еще. Ну, елки-палки, этот урод, который мы смотрим сюда. Еб... Я ненавижу это действие у ворот. Казалось бы, теряя там одна змея, там you
Я пошутил, я пошутил. Ты серьезно побывал, леди, клянусь своими сундуками, серьезно появляется здесь не раз, Андрей. Почему? Да потому что вас непременно похитит какой-нибудь местный заяц, Альдар, за меня Крайкин. Я совсем забыл правила привычки, я не пытаюсь, я не топор, я лучше контрабандист. И да, макак, твой чудесный имя, когда я заяц. Барон, ну и давняя история, свой первый капитал сколотил как раз на поставку воров. К эльфу ходил целый месяц, там у них топоры пилы под запретом, ушастые над каждым деревом, как каждой веточкой цветочки трясутся, а древесины не знают топоры. Интересно, с чего они дома так строят, деревья не рубят, это, об этом я как-то не задумывался. Или они живут на чем есть, на траве там. Я еще возможно позову, можешь позвать что-нибудь? Ладно, позову, чтобы попросили об этом не на меня, а человека без усердия, ну, нам об этом не трогать, смешно, заработал. Ладно, слушай, производственный экономический указ о повышении качества рабочих мест, когда для борьбы с безработицей нужно запретить использовать ручные кирки на одной ручке. Копать одной рукой неудобно, добыча руды упала вдвое, травматизует так, что качество рабочих мест пришлось увеличить втрое, гениально, сразу же ручные кирки объявили контрабас. Ну, мне бы я тоже был, что вам нужно прийти. Скоро прежний указ будет отменят, в ручные кирки с нас на закон, да, мои коллеги срочно начали сказать. Где мне найти того, кто выкопает секир? Искать большой ящик, искать малый. Что еще? Все? Это все. Что-то не проехал. Я заколдованная дверь. Вот курс. Я не помню. Так. Итак, мы снова на Алом острове. Кстати, вот он нам дал карту, где сундуки. Ага. Здесь. Окей. Слабый. О, это по нам. Слабых я люблю. Ну, думаю, со слабым нет смысла вам показывать бой. Поэтому прерываемся. Отец Максимус. О. Приветствую тебя, дочь моя. Хочешь исповедаться в грехах своих или просто зашла на отца Максимус? Какое имя твое дитя? Меня затомили необычно видеть ситуацию в таком месте. Я здесь, чтобы нанести свет и святое, чтобы нести свет и святое слово, давай очистить скверну, заблудшие души пиратов. Надеюсь, что ты будешь заходить ко мне на вечернюю молитву, или я вижу, что душа твоя горит особым светом. Ничего подобного я не видел. Дверь моего храма всегда открыта. Нужна какая-то помощь?
Я же ты много путешествую. Возможно, тебе встретиться в пути моей души. Ее зовут Томас Торкви. Когда-то он был лучшим паладином, сейчас синоды. Своим деятельностью во лысом заслужит себе место среди святых. Но вместо этого он стал одним из рыцарей смерти. Как что могло произойти? Выполняя свой долг, Томас Торкви преследовался во мне. Потом тьмы, ведьмы, некроманты. Все это сейчас. Со временем Томас решил, что нужно использовать тех, кто только-только стал с темных путь. Молодой маг читает запретные книги, значит, он будет сложен на правду. Значит, не родится. Мы понимаем, что столько именных людей, что мы решили его судить, но единственное судьба, что мы сделаем. Вот. Есть которые... Не, ну 15 тысяч за... Ей-богу, это... Не помню, сколько он стоит в Войн Севера, но что-то мне кажется, он там меньше, насколько я помню, и гораздо эффективнее. Я здесь я его бы так и не использовал. Столько, нифига себе, 13 тысяч дадут. Банан и бой такой. Закончим. Стрелков нет. Хоть что-то. Это радует. Лучше призывать или поджечь. Поджечь или призвать. Не знаю, что-то 20 сразу. Ну, давайте пока пирата подбью. Хотя я думаю, стоило начать бить тех, кто бьет через след. Yeah.
куда податься. Шаманом. Блин, я надеюсь, этот урод не отойдет, решит ударить моего парнишу. На всякий случай надо землю отходить. Он отходит в сторону. Нет, не отходит. Разве земля заморожена была? Все, вот дай тебе шаман. Черт. Тихонечку помирает наш друг. Но он набрал достаточно. Крови. Делает шаг и бьет через клетку. А что же делает? Выручать надо. Дайте Мише ударить! Хороший бой и без потерь. О, ну, походу. В общем, шар дает очки действия и ману герою. Ману 7. О, это хорошо. Да, наверное, сразу возьмем. Но пока у нас не так много, чтобы сейчас ты ее используешь. Довольно-таки неплохо. Но пока что воскрешения у меня нет, поэтому я обычно такие вещи делаю, когда там воскрешать уже надо. А по мне лучше делать сокрушающий удар, потому что из магии атакующий. Пока с ним ничего не сравнится. Но на будущее. Заканчиваем на этом. Продолжать разведывать остров мы будем в следующей части. Всем пока!